Всем привет. У нас продолжается новоселье. Стиральную машинку. Господи, мой что? Вон с девочкой с нашей. Ой, о, боже мой. Вы узнаете? Она стирает. Да-да-да. Я очень довольна. Большой привет всем зрителям, особенно подписчикам канала. Новоселье продолжается. Сегодня мы навестим Александру Михайловну. Это бабушка 93 лет, которая, к сожалению, потеряла своих детей. Мы привезли ей 2 шкафчика на кухню и стиральную машинку. Мы смогли это сделать только благодаря вашему участию. Спасибо всем большое-большое. Всем привет! Знаете, что у нас здесь происходит? Вова собирает кухню, 2 шкафчика для Александры Михайловны, у которой мы были на новоселье. Предложили собрать денежку, люди откликнулись, мы хорошо смогли собрать и теперь собираем. Вовчик, ну посмотри в кадр. Всем привет. 2 будет шкафчика, один побольше, другой поменьше. Как все соберем, будем устанавливать уже завтра. Всем привет из Мариуполя. У нас продолжается новоселье. Привезли для Александры Михайловны стиральную машинку, новую и 2 шкафчика. Их почти собрали. Просто придется нам вернуться. Ребята отнесут. С нами Валентина. А лифт работает? Нет. Как это нет? Да, должен работать. Работает. Михайловна, здравствуйте. Такой, какой красивый вид, и шапочка хорошая, и пальто. Боже мой. Александра Михайловна, мы вам привезли на кухню 2 шкафчика новых. Боже мой, милый. Вы нас проводите к себе? Да, конечно, что же. Давай, давай. Это как держите дверь, девочки, а я там свет включу здесь. Держу. Давай. Смотрите, вот здесь не хватает шкафчика. Милые мои. Сейчас мы вам все устроим, а вы потом посмотрите, хорошо? И внизу на лоджии шкафчик уже нашли где-то установили. Михайловна, посмотрите, что мы для вас еще привезли. Стиральную машинку. Господи, что это? Она всегда расстраивается, а потом очень радуется. И порошок. Стиральной машинки. Будете стирать. Порошочек сразу. Нас здесь много, сейчас мы здесь будем наводить порядок. Вот она. Александра Михайловна, люди переживали за вас. Специально для вас отправляли на машинку. Иванчик, вон с девочкой с нашей. Ой, таблетки. Вон, беленький. Посмотрите, да, нас как много сегодня. Мы должны радоваться, а вы плачете. Нас здесь много. Все, кто нам помогает почти, они все здесь. Общаются, пока работа идет. А здесь у нас ребята устанавливают машинку стиральную, новую. Александра Михайловна, ну вы сначала посмотрите, как там. Проходите. Посмотрим, как. Пойдемте. Жалюзи повесили. Коврики постелили. Сейчас Александра будет смотреть. Александра Михайловна. Кухня. О, боже мой. Вы узнаете? Да, мои хозяева приедут, как увидят сумасшедшую. Скажут, кто тут что делал? А я скажу, а я не знаю, я легла спать. Прошу. Но все тут есть. По щучьему велению не говорите. Ой, боже мой, господи. Так вот. Вы все туда спрячете теперь. Красота. Ой, там уже сложно. Да, большая такая. Она стирает что-то. Да. Это проверка идет, что все хорошо работает. Да? Да. Такую машинку мы смогли взять. Ей потом все расскажут подробно, как включать.
Да, и порошочек у вас уже есть. Мы привезли вам, чтобы вы сразу могли стирать. Спасибо всем, кто хорошо принял участие. Они разберутся. Какую красоту мы с вами сделали вообще. Ну, чем я вас могу благодарить? Спасибо сказать. Я никогда... Большая я команда. Олег Николаевич, Вовчик, давайте я вас Алексей, у меня... Оля, Валентина, у меня Оксана, всем много, спасибо. Я давайте я вам не беспокойтесь, ну хорошо. Ну хорошо. Мы вам приятное приехали сделать. Да, я на организатор. Я это чувствую всем нутром своим. Мы говорим благодарны, что я организатор. Без вас мы бы не справились. Все благодаря вашему участию. Спасибо всем большое. Вы, значит, решите, как пришли, хоть посидели. А кроватку они смогли уже сами купить, привезти, молодцы. Александра Михайловна, мы поедем. Да, да, девочки. Вам здоровья и хорошей жизни здесь. Вам еще ж нужно развозить людей, да, или разъедемся. Каждый поедет на своей машине, да. Да. Ну ладно, я буду вам очень благодарна. Очень спасибо большое, девочки. Дай Бог вам. Ой, целая бригада, боже мой. Двое вышло уже. Ой, мужчины, спасибо большое. Хорошая, счастливо. Спасибо большое. Заходите, когда чаем всегда напою. Заходите, не брежите, я уже так подлечусь, буду прямо ходить. Это да, я давайте. Я прямо ходила, да? Этот у меня бок болит сейчас. Я еще все делаю сама. Так молодцы. Что? А машинку вам Рима подскажет, как включать. Да, это они сделают. Она даже может приходить и включать, и стирать ставить. И все, хорошо, это молодцы. Это очень порядочная семья. Вам и до свидания, всего до хорошего. До свидания, миленький. Дай Бог вам всем здоровья, вашим семьям, вашим деткам. До свидания. Всем в возрасте. Посмотрите, как мужьям, нас много. Матерям, бабушкам. Все сделали всем, вообще. Я очень рада и благодарна вам. Ножки твои, чтобы ножки твои выздоровели. А Ольга, жена Алексея, которая нам все время помогает. Я как Оля услышал, меня, знаете. И хочу плакать. А ну-ка, не надо. А то не приду в следующий раз на чай. Не, приходи. Ну все, тогда не плакать. Не буду, не буду. Все, миленький. Все, давайте, моя хорошая. До свидания, милые, до свидания. Дай Бог вам здоровья. Я здесь, я здесь. До свидания, до свидания. Да, я тебя обниму. Да. Спасибо тебе, спасибо. Я очень довольна. И мы радуемся, что я получилось. Я безмерно довольна. У меня аж трясется все от возбуждения. Вы завтра утром проснетесь, как вспомните, и вам приятно будет. Завтра и как Рима приедет, посмотрит. Да. А она... вы ей заранее не рассказываете, не. Чтобы она удивилась? Не говори. Она будет гадать, кто чтобы... это сделал так. Да, чтобы обрадоваться. Ну ладно, миленький Яныш, когда будет время, заходите. Хоть просто. Спасибо, ну, спасибо. Не хорошо. Надо ничего больше. Не привозите мне ничего. Шкаф у меня приведем. Уже все есть. Ну, давайте, не буду задерживать, что вам нужно уже время. Давайте. Лифтом. О, там вас ждут. Все, миленький, давайте. Счастливенько. Давайте. А то вы еще надумаете вернуться. Езжайте домой. Веселые и довольные. Если вы тот человек, который принимает участие в помощи людям хотя бы раз в месяц, то вы имеете полное право вступить в сообщество, в закрытую группу в Телеграме. Ссылочка будет в описании под видео. Проходите, будем ждать вас там. Там мы собрали единомышленников, добрых людей, которые принимают участие. Обсуждаем некоторые вопросы, и вы будете знать немного больше информации, чем обычные зрители. Мы привезли матрас для Елены Федоровны. Елена Федоровна, здравствуйте, можно к вам? Можно, можно, да, ходите. Да. А вы нас помните? А? Помню. Помните меня, да? Помню. Вы переехали в другое? Я переехала в другое. Вы нас просили привезти матрас. Да. У нас, конечно, нет возможности привезти всем, но специально для вас люди отправили денежку. Интервью вам. Хорошо.
Ему нужно дать трое суток, чтобы он поднялся. Да, хорошо, спасибо большое людям, которые отправили денежку на матрас. Ему нужно выпрямиться. Он выпрямится, его постелят. Все вам хорошо. Тех благ вам. Спасибо, я спасибо. Я сейчас просто заболела сильно. Поправляйтесь обязательно. Вот, вот такие дела. Да. До свидания вам. До свидания вам, всего хорошего. Всего хорошего. Дай Бог и вам здоровья. Спасибо. Тоже. Мне снова хочется сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в помощи Александры Михайловны. Пусть ваша доброта вам обязательно вернется. Мы собрали достаточно большую сумму, смогли сделать то, что сделали, это не конец. Заказали шкаф. Нужно время, пока он придет, пока мы сможем его привести и установить. Но надеемся, все будет хорошо. Большое спасибо всей команде, кто был вместе со мной, принимал участие в этом замечательном, добром деле. И мне также хочется сказать большое спасибо людям, которые поддерживают меня лично, хотя бы иногда. Спасибо вам большое-большое. Я желаю всем счастья, мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.